Представьте, что Украина член НАТО. Пятая статья не отменена. Наоборот, господин Байден, президент Соединенных Штатов, недавно сказал, что пятая статья – это абсолютно императив и будет исполнен. Значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Я спросил на пресс-конференции в прошлый раз, нам что, воевать с НАТО? Но я хочу и вас спросить, есть же вторая часть этого вопроса. А вы хотите воевать с Россией? Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсами. Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет.